Профессиональные старты смена необычная и носит профориентационный характер. В гости к ребятам приходят люди, у которых точно есть чему поучиться. Специалисты корпорации ВСМПО «Ависма», авиаметаллургического и многопрофильного техникумов. Под их руководством мальчишки и девчонки учатся составлять портфолио, осваивают методику планирования времени и принимают участие в деловых играх. Многие профессии устаревают, технический прогресс с рынка труда их как-то ликвидирует, поэтому мы изучаем здесь Сколковский атлас профессий. Очень интересные профессии такие, например, как сити-фермер, эко-проповедник. То есть многие даже взрослые не представляют, чем занимаются люди данной специальности. Знаете ли вы о том, что скоро появится медиаполицейский, киберисследователь, сетевой врач и многие-многие другие? В итоге ребята определили для себя несколько областей, в которых им хотелось бы развиваться. Я учусь в художественной школе, поэтому хочу стать либо архитектором, либо дизайнером. Но если эти профессии устареют до 2020 года, то думаю, либо арт-оценщиком, либо проектировщиком дирижаблей. Профессию ивент-менеджера – это та профессия, на которую я хочу пойти учиться. То есть ивент-менеджер – тот же самый организатор, он организует мероприятия, досуг людей. Мне просто эта сфера манит больше всего. Новомодные виды увлечений осваивают и малыши. Они уже посетили хобби-центр «Ментальная арифметика», после чего перешли на занятия по воркауту, в народе – уличному фитнесу. Виртуальное путешествие на ВСМПО – еще один вид занятий. В качестве остановок 4 заводских цеха – 38-й, 35-й, 6-й и 13-й. О профессиях ребята узнают из первых уст. Студенты многопрофильного техникума презентуют свои будущие профессии – станочник, электрик, машинист крана и сварщик. Они рассказывают школьникам о том, как они любят свою профессию и из чего она состоит, какие функции они выполняют. Им подготовлены замечательные, интересные задания, различные, и мозговые, и опыты предложены. Очень интересный опыт у электриков. Они с 5 лимонов собирают электрическую цепь. С маленькими ребятами, со школьниками работает замечательная корпорация. В нашем техникуме организован межшкольный класс. Ребята ходят в межшкольный класс на свои профессиональные пробы. Они могут себя попробовать вот в 8 профессиях, которые мы им предлагаем. Это всего 6 занятий по каждой профессии, 2 часа в неделю. 21 день ребята провели с пользой, примерив на себя 35 профессий. Опыт профильной смены у лесной сказки удался. Практиковать деловые игры, мастер-классы и профессиональные темы организаторы детского отдыха планируют и в дальнейшем.